Снова всем привет, это снова видео прохождение игры Morrowind. Я продолжаю облегчать сокровищницы Вивика. Сейчас мы идем снова в сокровищницу Ридоран. Одну комнату я уже обнес, там еще одна такая же. Я в перерыве скинул барахло Гуару, чтобы не тратить на это время роликов. Восстанавливаем запас сил и предметы зачарованные. Сохраняемся. И снова по той же схеме. А здесь нам вообще повезло. В этой комнате нет ординаторов. Поэтому можем не спеша обшарить здесь все, все углы. И, в общем-то, так обычно не везет. Обычно здесь целых два ординатора в этой комнате. И вот уже перегруз, поэтому лишнее сейчас выложу. Все в одну кучу сложу. Эбонит он довольно тяжелый. Здесь мы видим эбонитовое оружие, эбонитовую броню. Я думаю, она пойдет на продажу. Ну, немножко драгоценностей тут. Довольно серьезные замочки. Вот опять стекло. Это я возьму. Это тоже. Это дешманская. Снова скинем. Здесь можно уже особо не прятаться, охраны нет. Дубина не нужна. Ну а эти замочки, видимо, придется взламывать с помощью нашего нового колечка. Тут только золото. В общем-то, и все. Мы обнесли. А, нет, вот еще один сундук. Теперь все. Наверное, сделаю две ходки. 204, но у меня есть пояс силы орков, который позволит мне повысить параметр силы и унести больше барахла, чем обычно. При достаточно развитом навыке красноречия и прокачанных воинских навыках можно было убить всех ординаторов. То есть оскорблять их, чтобы они напали, зачистить от них сокровищницу и беспрепятственно также забрать все барахло. Но это способ грубый и для нас неподходящий, потому что у меня класс вора все-таки. Мокрое дело, не мой профиль. А так мы без шума и пыли зашли, ушли, никто нас не видел, никто ничего не слышал. Это отлично.
заберем остатки барахла. Опять перегруз, но небольшой. Опять я воспользуюсь поясом. В общем-то, наверное, к Телване я пока не пойду. Пока что мне хватит то, что я взял здесь. У Телване там ничего особого нет, там просто два атронаха на охране грозовых. Мимо них никак не пройти. Сейчас я отправлю, наверное, Гуара в Балмору. Почти весь инвентарь я ему забил. На этом сделаю, наверное, небольшую паузу. В общем-то, спасибо тем, кто смотрит. Надеюсь, что вам нравится мое прохождение. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. И встретимся в Балморе.